Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Аванам Манохара Ванша Калпатару Васшики Пасинда Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хетигрим Джатки Патамаханг Банде Парамананда Мадхавам Бриндаваи Тулсидеви Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритто Наром Чайва Нароттамам Девин Сарасватин Васам Тато Жайо Мудира Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрашо Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамодакша Джагод Барайна Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитаттихам Банатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванакачанда Маничатай Биспуриджита Гамапигапавадушва Дарши Пуруна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхика Майкада Кипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Санкиртану капитару камала ятакшу, Вишам бару дижавару жугадхарма палу, Банде жагат приякару, Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вигуши Табам Бхагам Нараяно Прияманаṅга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадани Лакшмир Ясача Бхакшаси Ясьясти Хиде Самбир Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам,
Ram Ram Hare. Vaigunna kita kalitha, paishanna brahna piritha, dai narnabe nimagna hamsi chaitanna vaidyamasraye. Vaigunna kita kalitha, paishanna brahna piritha, dai narnabe nimagna aham, se chaitanna vaidyamasraye. Gaudiya Goshtipati, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахатс Бхагават Гуру сказал. Вы собираетесь покинуть путь к Парипата Парипрашна и принять путь логики. What we can do for you? Как мы можем вам помочь? Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру said that you have already Сила Прабхупада сказал, вы уже оставили путь Парипат Парипрашна. And you are going to accept the way of logical interpretation. И собираетесь принять путь логических интерпретаций. Как же мы можем вам помочь? Вы отправитесь в ад навсегда. Чайтанья Махапрабху хотел обучить нас Харибаджану. Он хотел научить нас, как нужно вести себя. Но мы забыли обо всем. И теперь эта шлока стала для нас пустой философией. Эта шлока стала тем, что можно запомнить, а потом говорить на публике об этом. Но для нас следовать этому невозможно. Следовать шлоке Тринада Писуничина. Прабхупад с болью на сердце написал письмо ученику, который пал. Ученик подразумевается в этом случае тот, кто получил инициацию. Но в подлинном значении этого слова учеником его назвать нельзя. Ученик — это русское слово или disciple на английском, но шишья — это санскрит. Что значит шишья? Кто такой шишья? Тот, кто на 100% предан Хари Гуру и Вайшнавам, тот, кто готов изменяться под руководством Гуру и Вайшнав. Я получил дикшу от Шилы Бхакти Прамадпури Госвами Махараджа. О, правда? Или кто-то, может быть, получил саньясу, и все ему кланяются. Это ситуация наших дней. Но получение инициации еще ни о чем не говорит. Если вы будете изучать санскрит, то сможете найти полное определение этого слова. То есть шишья — это тот, кто не может не согласиться с гуру. Чтобы как бы ни действовал гуру по отношению к нам, наказывал или хвалил, мы должны быть согласны. И если мы готовы к этому, мы можем прийти и начать Харибаджан. А в противном случае можете идти и наслаждаться своей жизнью, принять саньясу. Кто остановит вас? Вы можете делать все, что угодно. Сейчас, в настоящий момент, каждый является царем. И никто никого не слушает. Никто не слушает. Младшие не слушают старших. Даже если присутствует ачаран у ачарьи, его не будут слушать, потому что
в наши дни деньги являются решающим фактором. Можно понаблюдать за, то есть наймите шпиона, и пусть этот человек понаблюдает за тем, как протекает жизнь ачарьи. Если нет денег, нет большого количества последователей, такой ачарья не привлекет людей. У нас есть своя мера измерения. И в соответствии с ней, то есть со своими представлениями, мы измеряем гуру и вайшнавов. Но Чайтанья Махапрабху и Майя Деви, легко опровергнут эту нашу шкалу. Итак, Прабхупад пишет письмо одному из своих учеников, который пал. Этот человек покинул Мадх и ушел спокойно жить. Ушел в поисках спокойной жизни. И Прабхупад написал ему эти строки. «Что я могу для тебя сделать? Ты уже оставил путь парипрашна, путь вопрошания. Ты забыл, что ты пришел для того, чтобы совершать харибаджан. Когда у нас возникает вопрос, мы должны со смирением вежливо задать его гуру и вайшнавам. Но настроение вызова, высокомерие заставит нас пасть в майю навсегда. Они сбросят нас в океан майя навечно, и гуру и вайшнавы не смогут помочь нам. Что они могут сделать, если совершено огромное количество апарадх? И если мы не готовы прийти к гуру и вайшнавам просить о прощении, так как же они могут помочь нам? Мы просто затеряемся в океане майя. Что означает пранипат? Даже садгуру, то есть садгуру, могучный вайшнав может аннулировать все ваши сомнения, разрешить их. Кто бы не бросил вызов мне, кто бы не бросил вызов моему Шили Гурудеву, Прабхупаде, какой бы вопрос ни был задан чистому преданному, он получит ответ. То есть ответ найдется на этот вопрос. Он найдет ответ на этот вопрос. Нет такого вопроса, на который у чистого преданного нет ответа. Но из-за аппаратх мы падаем и опускаемся настолько, что придумываем собственную сиддханту и начинаем спорить с вайшнавами, воспринимая их как своих учеников, считая себя выше их. Это главный признак вашего падения. Подобный вопрос доказывает твое падение. Ты написал мне много вопросов и получил ответы на один твой вопрос. Я написал книгу, и ты был очень доволен этим, что получил так много детальных ответов в деталях. Но теперь ты задаешь такие вопросы, которые указывают на твое падение. Но прежде чем
получить у тебя вопрос, я хочу знать. Пришел ли ты со смирением или хочешь ударить меня тем самым? Гурудев за это... Кто твой Гурудев? Твой Гурудев мог бы за подобный вопрос прогнать тебя навсегда, как это было в случае с Рамачандра Пури. И Мадхавендра Пури сказал: «Убирайся, я не хочу видеть твоего лица. Если я увижу тебя еще раз, я не смогу должным образом оставить тело. Я не хочу тебя видеть». И то же самое сказал Прабхупад. Пусть Бхагаван благословит меня, чтобы до конца своих дней я не видел их лица. Тех, кто использует то, что у них есть, ради своих корыстных целей, не для того, чтобы служить гуру Гауранге. Кто использует свою славу, почет от общества на служение себе, а не на служение Гауранге. Что такое пранипат? Пранипат должен осуществляться без вызова, с полным смирением. А вы забываете об этом. Пранипат — стопроцентное предание, убрав в сторону ложное эго. Со смирением, с протянутой рукой прийти и попросить ответ на свой вопрос. Но похоже, что вы бросаете вызов Гуру Вайшнавам для того, чтобы навечно пасть. Я уверен, в противном случае подобные вопросы не возникли бы. Когда Гуру Вайшнава произносит какое-то слово, это слово подобно стреле. Единственное слово из их уст может пронзить, то есть оно вылетает как стрела, и оно никогда не возвращается назад. Я говорила много раз. Я много раз говорил, что когда вайшнав говорит какую-то сиддханту, несомненно, она совершенна. Мы сейчас говорим не о Паше Ачарьях. Они могут писать много тама сиддханты, которые абсолютно недостоверны. Приносите книги, и мы можем почитать, и я выделю, где противоречие сиддханте. Итак, пранипат, парипрашна, сева. В Гите Бхагаван сказал Арджуне: нет другого пути, это единственный путь. И сева, у вас нет настроения служения. Вы хотите спокойно жить в достатке.
Да, якобы живете в ашраме, но это еще совсем не значит, что это так. Если вы живете в телом в ашраме, что вы действительно там. Приходите ко мне, и я покажу вам все таким, как оно есть. Вам кажется, что вы живете в ашраме, но ваше пребывание в ашраме не является таковым. Почитайте Гаудия Вайшнава философию, которую написал Прабхупад, Бхактивинода Такур, Бхактипрамод Пури, Госвами Махарадж. Вы увидите, поймете, кто может жить в Матхе, кто квалифицирован жить в Матхе. Они написали очень много об этом. Кто квалифицирован? Кто-то только оставил семейную жизнь и сразу начал проповедовать, но никогда не жил в Матхе. Члены их семьи прогнали, и они начали проповедовать. Но вопрос в том, что они проповедуют. То есть, что они могут проповедовать, если на собственном опыте они этого не испытали? Такую проповедь нельзя назвать полноценной. Прежде всего, необходимо быть в линии гуру и вайшнавов, необходимо быть в анугатье. Любовь к гуру варге — это признак чистого преданного. И у вас этого признака нет. Вы просто получили инициацию возвышенного преданного. Вы никогда, то есть такие личности, такие люди никогда сами на себе не пробовали то, что советуют другим. Итак, Шиш, я должен обладать смирением. Потому что потерял смирение, потерял терпение, потерял все. Я могу вам это на практике показать. Ушло терпение, потеряли все. Лишились терпения, лишились всего. Конец духовной жизни. Но неразумные люди этого не понимают. Они просто измеряют ачарьи с точки зрения материального успеха. Каждый должен протестировать себя, обратиться к себе, посмотреть на себя. Когда вы сможете понять, что все в порядке, что вы полны терпения, что на вас не влияет, вы не страдаете от выхода из себя, от не теряете покой, от недостатка денег, комфорта, когда у вас чего-то нет в быту, когда вы не выходите, когда это не выводит вас из себя, когда вы спокойны. При любых материальных неурядицах. Когда вы не реагируете на какие-то неудобства, когда вы не реагируете на оскорбления, когда, лишившись всего, вы сможете спокойно среагировать на это. То есть, как это было в истории Триданди Бикшу. Так, в таком случае вы достигнете успеха. Вриндаван Дас
На самом деле у нас нет настроения служения. Вам хочется запоминать, учить шастры и всем рассказывать о том, что вы ученики великого саду. Но я не вижу настроения служения. Твоя проповедь — не что иное, как служение себе. Ты своей проповедью служишь сам себе, но не гуру, не Гауранге. Потому что если бы ты служил Гауранге, откуда взялась бы эта ложная сиддханта? Чистый преданный никогда не будет ни говорить, ни писать то, что противоречит сиддханте. Может быть, весь мир восстанет против него и будет опровергать подлинную сиддханту, но он не отступится. Он не отступит. Потому что сиддханта чистого преданного подобна стреле, когда она, эта сиддханта выходит из уст вайшнава. Она не вернется назад. Только слабохарактерные негодяи отступят перед напором толпы, которая будет утверждать ложную сиддханту. Я думаю, что вы никак не связаны с Гаудия Матхом. Я думаю, вы даже не прикоснулись к нему. Я думаю, вы даже не прикоснулись ни к Прабхупаде, ни к Бхактивинода Такуру. В противном случае у вас бы не возникло подобного вопроса. Наш Кришнадас Кавирадж Госвами написал эту шлоку в Чайтанья Чаритамрите. И слушая ее, наше сердце будет поражено, насколько возвышенный преданный, вечный спутник Бхагавана, Гауранги Махапрабху, Радхарани. Он пишет эти строки. Во мне бесчисленное количество пороков. Кришнадас Кавирадж Госвами пишет: «Прабху, что мне делать? У меня столько недостатков». И душа моя поедена червями моих же пороков. Знаете, как книжные черви. Если оставите где-нибудь книгу на 20-25 лет, потом откроете, она полностью пустая, остались одни лишь корочки. Кришнадас Кавирадж Госвами, рыдая, произносит эти слова: «Что мне делать, Прабху?» Мое сознание подобно животному. Я не вижу, не вижу выход. Мне может помочь лишь великий вайдья, великий доктор. Доктор, который может излечить душу, который может излечить дживатму. Я собираюсь принять прибежище этого доктора Шри Чайтани Махапрабху. Интеллектуалы. Утверждают, какой смысл следовать такому падшему человеку, который говорит о себе подобное?
Слышали об этом? Никогда не слышали эти шлоки? Это очень знаменитые шлоки. Каждый вайшнав должен знать это. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, я хуже Джагай Мадая. Я более падший, чем Джагай Мадай. Я больше грешник, чем они. Меня даже с навозными червями нельзя сравнить. Я настолько падший. И это слова Кришнадас Кавираджа Госвами. А интеллигенция говорит, какой смысл такой личности следовать, который сам говорит, что он не лучше червя. Так зачем тратить время и слушать его? А Прабхупад говорит о них, это негодяи из негодяев. Кришнадас Кавираджа Госвами выражает невероятное смирение, поскольку его позиция несравненно высока, настолько высока, что нам сложно представить. Лишь потому, что он является воплощением этой шлоки, Тринада Писуничина, Кришнадас Кавираджа Госвами проявляет подобное смирение, произносит эти слова. Но не сомневайтесь, его положение настолько высоко, что даже Кришна не может измерить его величие. Поэтому Кришна и говорит в 10 главе. Мне нечего дать вам, будьте довольны своим величием. Что я могу дать вам? Я не могу отплатить вам. Говорит Кришна Гопи. Мне нечем вам отплатить. Но когда материалист становится ачарьей, он хочет денег и других материальных вещей, но Кришна говорит, уходи, убирайся от меня. Вопрос в том, кто, в каком настроение совершается служение. Гуру и вайшнавы очень внимательны по отношению к этому моменту. Гуру и вайшнавы обманывают тех, кто хочет быть обманут. Если вы готовы получать тумаки, вы можете совершать баджан, вы готовы совершать баджан. А если вы хотите доказать всем, что вы великий вайшнав, хотите славы и почести от окружающих, до вас тоже открыта дорога. Кто вас остановит в наши дни? То, что происходит в политике, в образовании. В преданном служении полностью осквернено в наше время. Level,
И осквернение достигло такого уровня, что, мне кажется, не может вернуться назад, все не может стать таким, как было. Хотя в действительности никогда не поздно. Это пословица тех, кто совершает баджан. Никогда не поздно. Не говори, что время ушло и поздно. Нет, никогда не поздно. Никогда не поздно избавиться от недостатков. Хотя, казалось бы, ситуация настолько плачевна, что никогда не вернуть то, что было раньше. Кришнадас Кавираджа Госвами проявляет невероятное смирение, потому что он обладает несметными сокровищами. Когда у вас есть сокровища, вы не станете говорить о них всем и каждым. Например, вы строили дом и во время закладки фундамента откопали клад. Огромный клад, может быть, каким-то царем, спрятанный сотни лет назад. И вот мой к вам вопрос. Так что же, вы пойдете на телевидение и заявите об этом в прессе? Нет, конечно. Пойдете ли вы, если вы найдете клад? Скажете вы об этом кому-нибудь? Вы же знаете, что если об этом узнают люди, об этом узнают все, то у вас могут быть неприятности, вы можете лишиться этого. Так вот, если у вас есть бхакти, не будет у вас настроения вызова. Когда кто-то бросает вызов Гаудия Матху, Гаудия Гуру Варги, я готов отдать свою жизнь за то, чтобы опровергнуть их ложные доводы. Так же, как патриоты, готовые умереть за Родину, я готов умереть за Гаудия Матх. Я не собираюсь воровать богатство Гаудия Вайшнавов и продавать их кому-то. Бхагаван сказал Панчапандавам. Обманщики должны быть убиты. Тот, кто, то есть агрессор, тот, кто нападает, тот, кто без всякого предупреждения нападает на вашу жену и сам Кришна говорит, что такой человек должен быть убит. Как в случае с Ашватамой. Без всякого предупреждения он убил 5 сыновей Панчапандавов. И такого человека нужно убить. Тем не менее, Бхагаван сказал, он Браман, хоть и падший, но Браман, и Браманов убивать нельзя. One traitor,
Вриндавандас Такур, Кришнадас Кавираж Госвами, занимает возвышеннейшее положение. Об этом мы еще поговорим. Вриндавандас Такур Махашая милостив, поэтому произнес эти слова. Он говорит, если, ознакомившись со столькими доказательствами, услышав столько повествований, он не оставит сомнения в вайшнавах, не оставит сомнения в Господе. Простите, речь идет о Нитянанде Прабху. Если, услышав столько славы Нитянанды Прабху, какой-то несчастный человек не обретет веру в него. То есть Нитянанда приводится, имеется в виду вся Гуру Варга, Гуру Татва. Если человек будет пренебрежительно относиться к Нитянанде, я готов ударить его ногой для того, чтобы исправить их оскверненные умы. Учите хотя бы чуть-чуть бенгали и санскрит. Не тратьте свое время. Хотя бы чуть-чуть. Вы сможете сможете получить много сокровенной информации. Итак, Вриндавандас Такур Махашая приводит много доказательств несравненной славе Нитянанды Баларама. Даже Гауранга Махапрабху сам прославлял Нитянанду. Даже Кришна прославляет Балараму. Он массирует его стопы. Почему? Потому что он представитель гуру. Он гуру. Потому что Баларам является гуру Татвой. А гуру Татва более значима для нас, чем Бхагавата Татва. Не забывайте об этом. Вы забыли, что Кришна был готов отдать жизнь ради гуру Севы. Когда в детстве он отправился за дровами, живя в Гурукуле. Вы забыли об этом. Что ты сделал? Что ты сделал? Какую севу ты совершил на протяжении своей жизни? Если у тебя нет настроения служения, твой Гурудев просто дал тебе шанс жить в ашраме, но ты этим шансом не воспользовался из-за своего темперамента, из-за своего поведения. То есть имеется в виду, что хоть ты, может быть, и живешь в ашраме телом, но все твое умонастроение показывает, что ты живешь в майе, а не в ашраме. На санскрите есть... одна поговорка. Пандиты говорят, когда человек чему-то чуть-чуть научился, это опасно. Потому что, узнав немного, он
может возомнить себя великим знатоком, возгордиться и начать считать себя выше гуру и вайшнавов. Такие люди, как правило, начинают выдумывать собственную сиддханту, собственную философию, но это в действительности выдуманная сиддханта, вымышленная. Как я говорил 2 месяца назад, ачари, проповедники, которые проповедуют новую философию, те, кто не находится в парампаре, сами потеряются в океане Майи, точно так же, как и сотни, тысячи их последователей. Все они отправятся в ад, когда дживы следуют падшему гуру. Нет решения этой ситуации. Только ад. Она никак не может по-другому развернуться. Существуют маленькие рыбки, особенно в Бихаре, в Орисе очень много едят рыбу, в Китае едят рыбу. На самом деле очень грязная пища, и пищей не является. Они считают себя... Они считают себя цивилизованными, но на самом деле они едят не что иное, как мочу испражнения. Они едят змей, едят яйца, рыбу, мясо. Так вот, их рот можно сравнить лишь с канализацией. Что вы на утро? Что вы ели утром? Что вы утром закладывали в свою канализацию? И это общество нельзя назвать никак иначе, как общество животных. Как животные, они исполняют свои желания, потворствуют своим чувствам. Так вот, вы только что пришли оттуда, и, получив дикшу и харинам, уже возомнили себя святыми. Бросайте вызов гуру и вайшнавам. Так вот, как мы можем помочь вам? Конечно, я могу ответить на твой вопрос. Я не тот, кто попятится назад. Не тот, кто отступит. Я никогда не делал этого за всю свою жизнь. Если я пришел, я пришел. Я открыт перед вами. Трус умирает сотню раз до своей смерти, до наступления смерти. Вайшнавы не трусы. Наш Шиладхар Госвами Махарадж, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Бона Госвами Махарадж не являются трусами. Они никогда не боялись, не трусили. Но когда они покинули этот мир, начались разные манипуляции в обществе Гаудия Вайшнавов. Я написал много
протестных статей по наставлению моей Гуру Варги, я писал, опровергающие статьи на различную апасидханту, на то, что не соответствовало сидханте, и тем самым заставлял их замолчать. И однажды я написал одним из таких личностей, одному ачарье, прославленному ачарье, он может в любой момент убить меня, потому что у него полно денег, последователей. Я знаю, что он убил своего собственного ученика, уже убил, потому что этот ученик знал его тайны. И он нанял киллеров и увидел. Он нанял те его ночью. Серьезно ранили и выбросили в поле. Думаю, что он умрет. Я думаю, что он умер. Я не хочу называть имя этого человека. Но все знают об этом. Но все его боятся, потому что каждый боится за себя. Каждый только... То есть каждый боится за себя. Но Вриндаван Дас Такур не был таким. И мы хотим научиться у Вриндаван Дас Такура, научиться этому, научиться его преданию. Так вот, вы еще вчера были там, а сегодня вы пришли, были там, в той культуре, культурой животных, а теперь вы пришли и заявляете, что вы ачарья. Вы бросаете вызов вайшнавам. Так вот, маленькая рыбка, маленькие рыбешки, они очень-очень беспокойны, они быстро-быстро плавают. Так вот, на санскрите существует такое сравнение, что лишь немного узнав, человек начинает манить себя мудрецом и сравнивается с маленькими рыбками, которые чанчал, то есть которые беспокойные. Я могу ответить на твой вопрос, и ты никогда не забудешь его. Но я уверен, что ничего не изменится благодаря этому ответу. Потому что ты бросаешь вызов всей нашей Гуру Варге. Итак, тут Вриндаван Дас Такур Махашая прославляет Нитянанду Прабу. Он провозглашает абсолютную славу Нитянанды Прабу, Гуру. А вы хотите оскорблять Гуру и Вайшнавов. Поэтому-то Вриндаван Дас Такур Махашай говорит, грешники, совершившие огромное количество грехов на протяжении своей жизни, имеют шанс получить шастры. То есть гуру и вайшнавы протягивают им их, посмотри, но они не готовы принять их, не готовы принять абсолютную сидханту. Но даже если они принимают, то коверкуют ее, изменяют ее в соответствии со своими интересами.
Вы не можете понять бенгали. Если бы вы могли, то наслаждались бы. И было бы легко вам понять то, о чем здесь говорится. Так вот, если вы предоставите Сиддханту грешникам, они не примут ее. А если и примут, то примут в соответствии со своим пониманием, не с точки не примут это так, как представляют это гуру и вайшнавы. На рынке можно купить календари. Те, кто приходили в нашу гашалу, видели календарь на стене. Так вот, там вкратце изложена вся гита. Почему вы плачете? Из-за чего вы плачете? Постарайтесь применить свой разум и понять. Из-за чего вы плачете? Чего вы лишились? Что вы потеряли? Когда вы родились, вы пришли с пустыми руками, и уходить вы также будете с пустыми руками, и все, что у вас есть, вы приобрели это здесь, в этом материальном мире, и вам придется с этим проститься, когда настанет время. Если вы придете в гашалу, то я покажу вам этот календарь. Это замечательный календарь, где содержится вся Бхагавад-гита с такими мудрыми уроками. Что вы плачете? Что вы можете потерять? У вас же ничего нет. Разве вы что-то принесли с собой, когда родились в этом мире? Вы родились голыми. И умирать будете точно так же. Так о чем плакать? Так вот, суть Бхагавад-гиты изложена в этом календаре. Я прошу каждого из вас, постарайтесь забыться в Харикатхе. Не забывайтесь в деньгах, положении, славе. Не тоните в океане Майя. Забудьтесь в океане Харикатхе, как Шри Чайтанья Махапрабху. Можете ли вы? Но нет, не вижу я признаков, нет в вашей жизни признаков Харибаджана. Возможно, месяц назад я говорил, что если кто-то станет изменять значение шастр, допустим, шастра говорит об одном, а вы меняете значение в соответствии со своей выгодой, в соответствии со своими интересами. Это называется нама-апарадха. То есть именно с этой позиции будет расценена такая апарадха. Вы не имеете права менять шастры. На 100% такой человек пойдет в ад. Никто ему не поможет. Вы не имеете права менять Сиддханта Вичар. А для того, чтобы понять Сиддханту, необходимо служить Гуру и Вайшнавам. И после этого со смирением прийти к Вайшнаву и молить его о том, чтобы он объяснил то, что вы не можете понять. Но не с настроением вызова.
Так что же вы думаете, кого вы себя возомнили? Мы настолько удачливы, а гуру вайшнавы так милостивы. Несмотря на то, что мы падшие, они зовут нас к себе, идите сюда. Это их величие, в этом их величие. Они хотят усадить нас на свои колени. Это не моя, не мое величие, не мое величие, что я пришел к моему Гурудеву. Нет, величие его, потому что он принял такого падшего меня. Сейчас подобное можно часто увидеть, как кто-то гордится тем, что вот он пришел к возвышенному гуру, но на самом деле это совершенно не его заслуга. Я хочу... Гуру и вайшнавы хотят помочь нам преодолеть материальный океан, но... Мы не готовы к этому. Мы не готовы принять эту помощь. В прошлый раз на Чайтанья Бхагавате я говорил, что если кто-то будет менять значение шастра, это очень большое оскорбление и крайне опасно делать так. Вчера я говорил, что то, что видимо, то, что невидимо, то, что постижимо, и то, что непостижимо, представляет собой Анантадева. То, что я могу видеть, то, что я не могу видеть, то, что я могу постичь, то, что я не могу постичь, то, что я не могу представить, то, что я могу представить, все, что есть в бесчисленных мирах, есть Анантадев. Подушки Кришны, его брахманический шнур, трон, на котором он сидел, тапочки, которые использовал, носил Кришна, зонт, который использовал Кришна, все это Баладауджи Махарадж, все это Анантадев. А Анантадев — это гуру и вайшнава. Так вот, после этого, осознав это, вы также готовы бросать вызов гуру и вайшнавам? Гуру и вайшнавы — не просто представители Баларама. Они есть Баларам от этого. То есть они есть Баларам. Сам Баларам принял облик Гурудева и пришел сюда. Однажды я совершил небольшую ошибку. И Гурудев сказал мне, я тогда был еще молод. Гурудев сказал, тут, кажется, по кровати муравей ползает. Я сказал, я стал смотреть, говорю, да нету тут вроде муравья. Где муравей? И Гурудев очень строго сказал, я тебе сейчас покажу, где здесь муравей. Я тогда понял, что я не должен был так говорить, потому что я говорил с вызовом, то есть своего рода был в этом какой-то вызов, как бы я оспорил то, что сказал Гурудев. Это как, то есть это оскорбление. Я не должен был так говорить. У меня нет права так говорить. Это сам Баларам, Анантадев передо мной. Сам Кришна выражает почтение ему. А я
усомнился, что в его кровати есть муравей. И с того момента я осознал, что в тот день я понял, что есть гуру Таттва. Я молю вас, не говорите плохо о гуру и вайшнавах. Лучше прекратите баджан. Лучше прекратите баджан и уходите с пути баджана, но никогда не говорите плохо о гуру и вайшнавах. Потому что Баларам возьмет свой плуг и уничтожит вас. Точнее, накажет вас. Накажет настолько сурово, что вам что сложно представить. Я никого не собираюсь наказывать, не собираюсь идти в суд. У меня нет на это времени. Я полагаюсь на Баладжи Махараджа, и конечное решение будет за ним. Как в том году, на протяжении Гора Пурнимы началась один человек выступал против меня, и но я с терпением ждал, что предпримет Баладжи Махарадж, каково его мнение на этот счет. Вспомните, Харикатха была и не было никаких помех ей, то есть четыре дня, четыре раза на дню шла Харикатха. Я говорил Харикатху, потому что я положился на Баладжи Махараджа. А спустя год, спустя какое-то время, этот человек много-много раз приходил ко мне и просил прощения. «Пожалуйста, простите». Но я отвечал, «Ты, я отношусь к тебе как к ребенку, отец никогда не прогонит своего сына». Ребенок может пинать нас в грудь, может... Но... Отец должен воспитывать его. Кто приходит помочь мне? Кто? Никто, потому что все хотят, чтобы я умер. Потому что если я умру, тогда никто не будет говорить то, что говорю я. То есть никто не будет касаться этих болезненных тем. Поэтому они хотят моей смерти. Я всегда готов. Я готов к любому развитию обстоятельств, и если моя харикатха будет остановлена, я отправлюсь во Вриндаван и буду совершать там уединенный баджан. Не сомневайтесь, что все, что вас, что нас окружает, есть Баларам. Все, что мы видим, все, что мы не видим, Анантадев Баларам. So we can keep Bhagavan in the background of Anantadev. If your heart is like a crab, crab available in the sea here, a crab going a foolish, you don't know? Знаете, крабы, которые живут на море. And another type of crab available in the seashore.
Они прячутся в песке и выходят на сушу. Так вот, если наше сердце такое же маленькое, как эти крабы, у Харибаджан совершать невозможно. Сердце должно быть таким, как было у Шрилы Бхактивиданты Мадхава Госвами Махараджа. Весь мир может уместиться в сердце Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. Именно поэтому он и великий саду. Я никогда не смогу отплатить ему. Если у меня будет бесконечность, и я буду изо всех сил стараться отплатить, и у меня ничего не выйдет. Точно так же, как и моему гуру Махараджу. Их сердца настолько огромные. Так вот, если ваше маленькое, если у вас маленькое сердце, невозможно совершать Харибаджан. Старайтесь совершать Харибаджан и увеличивать сердце. Баджан и означает увеличивать сердце, расширять его. Оно должно достичь размеров бесконечности. Достичь Анантадева. И тогда настанет день, когда Бхагаван Шри Кришна придет в сердце. Но в нашем состоянии это невозможно. Мы можем приглашать Бхагавана, но он не придет, поскольку нет места в нашем сердце. Я много раз говорил о Садан Сидха Нараджи. Не Нитя Сидхи, а Садан Сидха. Нараджи был маленьким, мать оставила тело, и он прибежал на берег озера, принял там омовение, был очень голоден, хотел пить. Увидел большое дерево и, облокотившись на него, уснул. Сел под дерево и, облокотившись на него, уснул, стал размышлять о том, что он услышал от саду, которые жили в их доме на протяжении Чатурмаси. И благодаря своей глубокой медитации на Бхагавана он получил секундный даршан Бхагавана. Секунду, но Бхагаван только предстал перед ними, сразу же исчез. Нараджа начал плакать. «О, Бхагаван, ты показал свой нектарный образ, но тут же исчез. Я не могу вынести разлуки с тобой». И затем голос с небес сказал: «Ты больше не увидишь меня в этой жизни». Почему, почему, почему? Потому что твое сердце не достигло зрелости. Понимаете, это санскрит? Если ваш баджан не достигнет зрелости, даршан Господа не получить. Те, кто
не находятся в парампаре, не находятся в линии Гурудева, кричат: «Я получил дикшу от Прабхупады», но они в линии Прабхупады в действительности не находятся. Так вот, их сердца еще не достигли зрелости. Авипакха. Как все мы видели, как каждый из нас видел, как мама готовит рис. Она через каждые 5 минут подходила, доставала рисовинку и проверяла, готов он или нет. Нет, надо еще 5 минут поварить. То есть еще не готов авипакха. Так вот, авипакха кашаянам, то есть это говорит о том, что если сердце называется так, применяется этот термин к сердцу, то это говорит о том, что анартхи еще не покинули сердце. Даже, может быть, они покинули, то есть, нет, они покинули сердце, но остался след. Когда саду жили в доме Нарады, они кормили его остатками своей пищи, остатками прасада. И Нараджи Махарадж говорит Вьясадеву о том, что было в его детстве. Он говорит: «Я всего лишь один раз принял учиштху этих саду, и сразу же все мои анартхи улетучились, исчезли». Когда я говорю, я должен говорить в точности, как сказано в шастрах, не меняя ни единой запятой. Вся греховная деятельность, которую я совершал на протяжении бесчисленных жизней, как мы знаем, каждое действие имеет равное по силе противодействие. Это закон Ньютона, закон кармы. Нарада Госвами говорит: всего лишь единожды приняв учиштху этих саду, все мои грехи ушли. Но вот в этой шлоке говорится, что хоть анартхи и ушли, остался след. Например, вы пьете чай. Долго-долго пьете. То есть имеется в виду, вы всегда пьете из одной и той же кружки чай или кофе, и вы увидите, что спустя какое-то время там останется след. Кружка почернеет в том месте, где она наполняется чаем. Если вы будете следовать
То есть вам не нужно ждать следующей жизни. Уже в этой жизни вы должны достичь совершенства. Вам не нужно рождаться где-то в Африке, в Америке, в Южной или Северной. В этой жизни необходимо достичь цели. И это возможно при условии, что вы будете следовать гуру и вайшнавам. Самое главное в жизни — это баджан. Тот, кто по-настоящему любит гуру и вайшнавов, тот, кто искренне плачет по ним, идет в правильном направлении. Но если кто-то начинает начинает критиковать гуру и вайшнавов, он идет в неверном направлении. Итак, как я уже сказал, зонт, друзья Кришны, трон Кришны, кровать Кришны, украшения Кришны — все это Нитьянанда Баларам. Так кому же вы бросаете вызов? Спрашиваю я вас. Вы ограниченные души, но бросаете вызов Ананта Деву, бросая вызов Гуру и Вайшнавам. Это говорит о том, что вы негодяй из негодяев, глупец из глупцов. На этом я хочу остановиться. Не забывайте эти слова. Если мы таким темпом будем читать читание Бхагавата, то потребуется 5 лет, а чтобы Бхагаватам 12 лет. Я уже говорил об этом во время коронавируса. Если вы попросите меня объяснить Бхагаватам, должны выделить мне для этого 12 лет. Если бы был постоянный коронавирус по всему миру, то мы могли бы спокойно слушать Харикатху. Я думаю, что это своего рода благословение для нас, а не проклятие.